Лепестки роз, аплодисменты и живая музыка – все для виновников торжества. В День семьи, любви и верности в парке Ивановские пруды чествуют пары с большим опытом совместной жизни и не очень. Молодожены у нас тоже уже присутствуют, но у них уже есть детишки, то есть они уже знают о том, как они будут строить свою жизнь. И это важно, потому что ведь, наверное, главное в этот день признаться в любви друг к другу и сказать о том, что мы будем с тобой вместе и дальше. Долголетие брака достойно медали, уверены организаторы праздника. Награда такая есть за любовь и верность. Ею отметили Александра Сивухина и Ларису Соколову. Они уже 30 лет идут по жизни рука об руку. Откуда эти чувства, откуда эта жилка, этот стержень? Именно отсюда, потому что быть не просто самостоятельно, а помогать друг другу, любить друг друга, уважать друг друга, всегда быть вместе во всех и в горестях, и в радостях. И я считаю, что это лучший пример для подражания нашим детям, нашим внукам, которые должны смотреть и стремиться примерно к тому же. Поздравили с Днем семьи, любви и верности и Читу Мельниченко. Они вместе больше полувека. И пару, которая в браке всего год, Сергея и Викторию Залесских. И еще несколько семей с детьми. После церемонии награждения на сцену, украшенную огромными ромашками, символом праздника, вышли артисты. Нами движет любовь. В честь семьи сегодня все номера выстроены так, что концерт будет очень ярким. Концерт будет запоминающимся. Песни про дела амурные от кавер-группы Voice Band сменились танцами на ту же тему. Любовь – причина всех свершений. Так назвали праздничный концерт организаторы. Мероприятие завершилось под звуки электроскрипки и электроарфы.